Особливая увага медицине. 8 ФАПов Добрушского района чекают косметичного ремонта. Одна амбулатория капитального. Об этом шла разговор на посаджении керовников установ социальной сферы с уделом наместника старшини Гомельского облвыканкама Дмитра Олейникова. Усяго в регионе открыты и функционуют 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 амбулаторий. У чем основные потребы мясцовых установ охраны здоровья и как идут справы с их комплектацией, кадрами углядите у нашем сюжете. Анастасия Дейкун родом из агрогородка Урыцкая Гомельского района. У Добрушский район приехала по размеркованию. Двойчи на тыдень урач проводит прием у Пераростовском ФАПе. И он уходит у состав Васильевской амбулатории агульной практики. Закончила Гомельский государственный медицинский университет в 2021 году. Имеется у меня арендное жилье рядом с амбулаторией. Ездить не нужно далеко, все удобно. В работе мне нравится... Все мои, это моя любимая работа. Вот, с людьми заниматься, общаться и опыта набираться, так как это первое мое место работы. И на селе люди все добрые, хорошие, отзывчивые, поэтому контакт хорошо нахожу. Для огляду и лечения пациентов есть все необходимое обсталевание и медикаменты. Можно заработать кардиограмму, сдать анализы, набыть леки и навод вылечить зубы. У графика врача патронажи, диспансеризации и выезды до пациентов до дому. Плановые до инвалидов и людей, которые дренно ходят. Позаплановые могут поступить у любой момент. 830 нас населения. Такие поселки обслуживаем еще Лебедевка, Новый мир, Красный Курган и Перерост. В этом году мы запланировали в июле месяце косметический ремонт. Уже ЦРБ закупила нам все необходимое строительные материалы. И вот в июле мы сделаем своими силами косметический ремонт. Медицинский персонал установ охраны здоровья Добрушского района больше за 700 человек, из их 110 врачов. Проблемы недохопу кадров тут нема. С университета наладженный поток молодых специалистов. Чтобы они оставались, надо, чтобы была хорошая материально-техническая база. Постоянно над этим работаем. Наши все сельские лечебные учреждения, они находятся в удовлетворительном состоянии. Ну, конечно же, нам хотелось, чтобы было все, ну, красиво, достойно. 8 ФАПам и 3 амбулаториям Добрушины необходимый бегучий ремонт. Еще одну амбулаторию планируется реконструировать капитально. Частку работ центральная районная больница выполняет самостоятельно, а для некоторых необходима допомога. Это питание было узнято под час визиту наместника старшини Гомельского облвыканкама Дмитрия Олейникова. Я выделяю для себя все отрасли социальной сферы и те, скажем так, недочеты, небольшие недостатки, задачи, которые были поставлены, мы будем решать именно по каждой из отраслей. На посиджении обмерковывались и иншие пытания, которые дотычатся эдукации, спорту, социальной обороны и идеологии у регионе. Присутным были дадены указания относно дальнейших направлений развития каждой со сфер. Дмитрий Котов, Олеся Заяц, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».